Идеальная городская собака не лает, не требует долгих прогулок и сложного ухода. Она спокойна, дружелюбна и независима. Канал Зоомиста подготовил для вас топ-7 пород собак, которые наилучшим образом подходят для проживания в городе. За хорошие манеры и окрас их прозвали американскими джентльменами. Для жизни в городе они хороши тем, что не требуют большого количества физических нагрузок и сложного ухода, а также почти не линяют. При этом очень любят внимание, любознательны и преданы своим владельцам. Из недостатков немного храпят и плохо переносят холод и жару. Как и у других пород с короткой мордой, у них бывают сложности с дыханием. Бульдоги идеальны для проживания в квартирах, благодаря своей главной черте – патологической лени. Но не только. У них удивительно покладистый характер. Они спокойны и терпеливы, очень сильно привязываются к семье, в которой живут, из-за их нежного и бережного отношения к детям и пожилым людям. Бульдоги никогда не нападут первыми, но будут защищать своих. Считается, что представители этой породы своим присутствием в доме создают уют и уменьшают стресс. Кавалеры буквально излучают оптимизм и готовы подружиться с кем угодно – другой собакой, ребенком и даже кошкой. Это маленькие, но уверенные в себе собачки. Единственная проблема – не любят надолго оставаться в одиночестве, так что подходят для людей, работающих дома, домохозяек и пенсионеров. Если вы присутствуете в комнате, они уже довольны и дополнительного внимания не требуют. Мопсы подходят тем, кто любит общительных и активных собак. Эти добрые и веселые существа будут ходить за вами из комнаты в комнату и забираться в постель, когда вы будете ложиться спать. Им нравится, когда их кладят и берут на руки. Они быстро устают, так что гулять с ними долго не придется. Любят вздремнуть на диване и покушать. Уипет, вероятно, одна из самых незаметных и интеллигентных собак на свете. Она почти не пахнет и не лает, а если все-таки подает голос, значит случилось что-то по-настоящему важное. Уипеты независимы, могут долго быть в одиночестве, любят тишину и спокойствие. Лучшие качества идеального соседа по квартире. Они послушны, ласковы, но при этом невероятно чувствительны. На них нельзя кричать, от напряженной атмосферы в доме они могут заболеть. Для собаки столь скромных размеров у чихуахуа поразительно сильный характер. Они смелы, ревнивы и недоверчивы, при этом невероятно преданы своему владельцу. В семье они выберут одного своего человека и никогда не будут выпускать его из поля зрения. Чихуахуа очень привязчивы и не любят оставаться в одиночестве, зато прекрасно переносят путешествия в сумочках, которые самоотверженно охраняют. Собачка с характером, как и все терьеры, энергична, смела и любознательна. Йорка нужно хорошенько воспитывать и показать ему, кто в доме главный. Иначе он будет чувствовать себя хозяином положения, грызть мебель, спать на кровати и постоянно проситься на руки. У Йорка независимый характер, поэтому ему нужно выделить свое место в доме, чтобы он не посягал на чужие. Они умны и легко поддаются дрессировке, если чувствуют в хозяине лидерские качества.